Так, привет, друзья, на канале AgriLife. Впереди новогодние праздники нас ждут. Веселье, Дед Мороз, елки, подарки, да, Алексей Иванович? Ты в Деда Мороза будешь одеваться в этом году? Есть костюм? А я Снегурочкой буду. И зачудим, и почем будем брать? Ну, за это, для, ну, поздравление. 100 грамм и колбаску, чи як ты говоришь? 150 и голубенятка. Да. 150 и голубенятка. Япончик. Что вы делаете, Алексей? Кочергу делаю. Ладно. Вот такую вот мы сделали на празднике сковороду. С диска. Ну, как это? У колхозника и нету с диска сковороды. Это диск с дуката нашего. Сейчас обжарим его, салком прогоним. Друзья, ну, хотел вас поздравить с наступающими праздниками. Пожелать всего-всего самого-самого наилучшего, чтобы все мечты сбывались. Спасибо, что были с нами в этом году. Такое, да, предновогоднее, наверное, видео. Выпустим его уже в канун. Да, 31-го, 30-го, я не знаю, когда вы смотрите. Осталось нам сделать, ну, и кочергу, чтобы и дрова тут. Я не знаю, это первая наша сковородка, примитивная. И по вот этой части мы спорили. Спорили и не знаю, как делать. Ну и крышку хотелось бы сюда. Уже я ее прокалил, проварил. Тут были отверстия, все заделал. Все ровненько. Поэтому год был, как говорит наш президент, всегда тяжелым. То дожди были, то удобрения подскочили, то не урожай, то урожай, то зимка не всходит осенью. Как для сельхозника год такой интересный, как каждый год в нашей жизни. И поэтому желаю всем, чтобы следующий год был не менее интересный, чем этот, чтобы вы всегда работали в плюс. Я, коллектива канала AgriLife, я, Алексей Иванович, дед, наш руководитель Владимир Васильевич, всех поздравляем с Новым годом, всем счастья, здоровья, чтобы мечты сбывались. Алексей Иванович, ваша улыбка холеная. Чтоб пшеница росла, ребят, подсолнух родил. Чечевица, соя, рапс и все-все культуры родили. Чтобы работа была в удовольствии, чтоб... Что вы матюкаетесь? А, не, я так. Да, вы так? Я просто. Чтоб работа была в удовольствии, чтобы автопарк техники обновлялся всегда. Ну и продукция наша, и труд наш был в цене, скажем так. Чтобы вы работали в удовольствии. И самое главное, здоровье вам и вашим семьям. Друзья, и спасибо, что были с нами на канале. Нас уже немалое количество. Мы себе на праздники вот такой аппарат сделали. Я не знаю, как он будет гореть. Сегодня испытаем его. Ну, надеюсь, в новом году будет много интересных видео. И мы будем развиваться. Все. Леха, скажи, ну, пару слов хотя. С Новым годом, скажи. С наступающим.